Из всего, что я видел в битвах Фронтира, пилот — это высший хищник. Быстрый и ловкий, полный грации и разрушающей силы. Проницательный, находчивый и неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже самой неравной битвы. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. Его могут остановить только превосходящие силы, либо равные ему. Фронтир — это мой дом, единственный, который я знаю. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Диметре и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу Фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет, я надеюсь быть достойным. Начнем, Купер. А, черт. Похоже, установки сброшены. Придется калибровать заново. Все шлюпки восьмой модели в норме. Ну как тебе, Купер? Все, мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка нейронной связи. Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого, намного лучше. Твое обучение не входит в число моих задач, но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так, прыжок и готово. Сегодня много дел.
Вот так, прыжок и готово. Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь как к родному. Мотивом моей родной гармонии. Я там вырос. Вот за что мы сражаемся, Купер. Давай удостоверимся, что прыжковый модуль настроен. Попробуй пробежать по стене. Все как в прошлый раз. Наблюдай за голограммой пилота и старайся повторять за ним. Отлично, ты освоил движение. Сюда, осторожно. Простой двойной прыжок. Повторяй за голограммой. Со времен битвы при Диметре мы отбили больше четверти фронтира. Ополчение теперь лучше организовано. У нас все больше добровольцев. Таких, как ты. Раньше мы от них бегали и прятались. А теперь сами их преследуем. В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, что найдешь на поле боя. Это только некоторые из моих здешних находок оружия. Пора на стрельбище. Заряжай. Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Используй прицел при стрельбе по дальним целям. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь, и иди на полосу препятствий. Ладно, у меня для тебя новое испытание. Норматив 2 минуты. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. И то, и другое одинаково важно. Полоса препятствий помогает нам до автоматизма отточить наши навыки. Помни, по стене ты бежишь быстрее, чем по земле. Попробуй.
Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. У всех есть сильные и слабые стороны, так что пройди это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Что ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм других пилотов? Сразу предупреждаю, эти голограммы записаны лучшими пилотами РСП. Победи их, и ты на полпути к тому, чтобы стать настоящим пилотом. Можешь проходить полосу препятствий сколько захочешь. Как закончишь, подойди, покажу тебе кое-что особенное. С полосой препятствий все? Посмотрим, что там еще. Хорошо, тебе это понравится. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота, Титаном. Давай-ка его вызовем. Купер, это всего лишь симулятор. Это не настоящий бой. Ладно, так. Нам потребуется больше места. Это мой напарник BT. Он Титан класса Авангард. Собственные технологии ополчения. Наш первый собственный корпус Титана. На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Давай, Стрелок, вызывай своего первого Титана. Посмотри в небо. Вон он. Ладно, Стрелок, тут скоро будет очень жарко. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться! Полегче, Кол, он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Сейчас будет готов, не сомневайся. Да, сэр! Личному составу занять боевые посты. Это не учебный. Внимание! Они нас убивают. Ну, пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота, Стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Пластимоза! Андерсон. Сукин сын, увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Увидимся, Купер. Удачи. Купер, живо вылезай из симулятора и двигай к десантному кораблю. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов санфентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координации. Thank you.
координаты. Иду к вам. Тебе здорово досталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Пластимоза, на подходе вражеские титаны. Высшие еще здесь. Принято, Бити. Наемники. Купер, не высовываться. Бити, пойдем!